Еще 3 недели назад череповчане устремились на пляжи. Купальный сезон открыли, как только температура воздуха перевалила за 20 градусов. И загорать начали еще задолго до того, как на пляжах обновили песок и поставили грибки. Предприятия, за которыми закреплены эти территории, вынуждены были работать в усиленном режиме. Так что к сегодняшней проверке все были готовы. Первый на пути проверяющих – Первомайский пляж, один из самых больших в городе. Спасательный пост, предупреждающие знаки, ограждения, детская купальня. У инспекторов есть и замечания. На пляже много животных, а это противоречит санитарным нормам. Проблема с выгулом животных на пляже. Вот сейчас крупным планами снимите знак, в общем-то, обозначьте проблему. Скажите, что у нас эта зона пляжная входит в патрулирование постов дорожно-транспортной инспекции. Они будут сюда приезжать, в общем-то, административно. Что это, туалет? Еще одно недоразумение – туалеты спрятаны в кустах. Найти можно, но не сразу. Хотя бы вывеску такую нужно сделать или хотя бы трафарет просто, что это туалет. Пробы воды, которые на прошлой неделе не соответствовали нормам, сейчас оказались хорошими. Купаться можно без опасений. Однако проверяющим не понравился камень в воде на территории пляжа. Спасатели пообещали убрать сегодня. Пляж будет принят, но в любом случае будут поставлены сроки по устранению замечаний. Тщательной проверке подверглись сегодня все 4 городских пляжа. Везде есть лишь мелкие замечания, которые устранят в ближайшие 2 дня. На 2 городских пляжах, Ломоносовском и Зашекснинском, будут работать летние кафе. Однако другие зоны отдыха, пляжи Первомайский и Строительный, тоже не будут обделены вниманием со стороны торговли. Здесь будет организована ежедневная торговля выездная. Продавать будут исключительно безалкогольные напитки в пластиковой либо жестяной таре и выпечку. Всем 4 городским пляжам сегодня поставили удовлетворительную оценку. И хотя их состояние и техническое оснащение с каждым годом все лучше, до уровня европейских череповецкие зоны отдыха явно не дотягивают. Реальный шанс улучшить их состояние, считают специалисты, отдать в частные руки.